Канал «Метр с кепкой ТВ» представляет. А я говорю, что тролли существуют. Ну, конечно. И они величиной с гору. И злющие. Просто ужас. Лисичка, а чего ты вишню не ешь? Не любишь? Люблю, а достать не могу. Понятно. А вот троллю это дерево вообще по колено. Вот вы всегда так. Какие-то там тролли важнее, чем я. Ну, лисичка, ну, конечно, ты важнее. Ведь троллей-то не существует. А ты существуешь. О, лисичка, а я знаю, как тебе помочь. Мы с тобой в моей лаборатории сейчас для лисички сделаем суперлестницу. Здорово, бежим. Собери пазл и посмотри, от кого прячутся Кеша и Туча. Маленьким вход в мою мастерскую запрещен. Вон, на качелях пока покачайся. Мы быстро. Всегда так. Ты маленькая. Не хочу быть маленькой. Помоги Кеше и Тучке собрать для лисички увеличитель готов. Лисичка, ты где? Тролли съели. Да наверняка где-то по лесу гуляет. Ох уж эти девчонки. Пошли искать. Увеличитель? Интересно. А вдруг я стану большой? Вот куда она могла подеваться? Всегда с этими девчонками так. Это тролль! Я не тролль, я лисичка. Помоги Тучке и Кеше собрать всю вишню. Лисичка, лисичка, теперь ты больше не будешь маленькой. Давай, Кеша, показывай наш сюрприз. Ой, я не хочу увеличитель. Какой еще увеличитель? Вот, теперь у тебя есть супер лестница. Вы сделали для меня лестницу? Лестница? Это не просто лестница, это супер лестница. Тут знаешь, какие супер доски. И гвозди тоже супер. И... Ну да. Теперь ты тоже можешь собирать вишню. Ну что, идем? Ух ты! А,
Отлично! Пойдет! Круто! Здорово! А я говорю, что тролли существуют. Ага, ты еще скажи, что твой тролль может дерево из земли выдернуть. Конечно, может. Мальчики, я вас обожаю. Понравился мультфильм? Тогда подписывайся на канал. Для этого нажимай на значок канала. Поставь лайк, пожалуйста. А теперь выбирай следующий мультфильм. Какой мультик ты выбираешь?